На аэродроме Мигалова в Твери прошли полеты с участием экипажей самолетов Ан-22 «Антей». Это самый большой в мире турбовинтовой транспортный самолет, способный перевозить крупногабаритные грузы на дальние расстояния. Полеты проходили в сложных метеорологических условиях. Летчики военно-транспортной авиации отработали взлет, полет по маршруту, имитацию отказа двигателя, посадку с уходом на второй круг и другие нештатные ситуации в воздухе. Экипажи подтвердили высокую подготовку, отметили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации. Подобные полеты проводятся регулярно в пунктах постоянного базирования для поддержания высокого профессионализма летного состава.